остаются вопросом, как на наших дорогах появляется разметка и рисуют ли ее вручную. Оказывается, все гораздо проще. Когда я пошла в детский сад, Денис Алиференко уже наносил белые полосы на дорожное полотно. Он оператор разметочной машины почти 20 лет. Дорожники шутят, разъезжают по ночному городу, словно на кабриолете. Правда, разогревается такой автомобиль до 200 градусов. Вот расскажите, каково это наносить разметку? Классно. Во-первых, это ответственность и безопасность на дороге. Этот участок Можайского шоссе сначала отремонтировали. За 2 недели дорогу нужно было укатать. Только после этого наступило время для разметки. Нельзя наносить сразу на свежий асфальт разметку, потому что необходимое объезжение не наступает. И в связи с этим необходимо, чтобы транспорт поездил какое-то время, в зависимости от интенсивности движения. Ну, в среднем это около 2 недель должно пройти по движению, чтобы, так сказать, после этого было возможно наносить разметку с тем, чтобы она свой гарантийный срок выставила. Не только на кабриолете, но и вручную. Так, к примеру, рисуют пешеходные переходы, замеряют, красят, разравнивают шпателем. 3 машины и 7 бригад выделили на весь округ в плане нанести 50 тысяч квадратных метров разметки. Половину уже выполнили к августу, завершат окончательно. И дороги будут готовы к новому сезону. Работаем, естественно, в основном ночью. В условиях самой низкой интенсивности дорожного движения, чтобы меньше затруднений для транспорта создавать. Ну и плюс еще ручные работы, нанесение пешеходных переходов, стрелок и так далее. Поэтому, ну, это довольно трудозатратный такой трудоемкий процесс. Кристаллы или бриллианты на дороге не валяются, уверены многие. Но при нанесении разметки даже такое возможно. Однако с некоторыми оговорками. Драгоценные камни по асфальту рассыпать, конечно же, никто не будет. А вот стеклянные микрошарики очень даже можно. Их задача – отражать свет фар. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».